Доброго времени суток, бойцы. Тони Фергюсон в Инстаграме загрузил вот такой видеоролик, тонко намекая на то, что, ну, возможно, следующий бой проведет против Дастина Порье либо Конора Макгрегора. По информации инсайдера ESPN Брета Акамоты, который ссылается на главу UFC Дану Уайта, поединок бывшего чемпиона в среднем весе Роберта Уитакера и американца Джареда Кананье добавлен в карту турнира UFC 254, который состоится 24 октября. Осенью 2018 года Магомед Исмаилов вышел на поединок против Владимира Минеева. Бойцы показали бескомпромиссный бой, по итогу которого так и не смогли выявить явного победителя, разойдясь на боевой ничье. С тех пор постоянно идет разговор о проведении реванша. Однако дальше разговоров дело не двигалось, но менеджер Исмаилова Азамат Бастанов считает, что сейчас настал тот самый подходящий момент, чтобы провести реванш между Магой и Минеевым. «Я считаю, что этот бой должен состояться», – заявляет Азамат. «Потому что это незаконченная история. И если быть объективным, то сейчас другого более достойного оппонента для Исмаилова в российском ММА нет. Шлеменко – да. Это хороший спортивный интерес, отличный бой. Токов есть еще, кто угодно. Хороших бойцов их много, но вспомните ту же историю с Фроловым. Хороший бой, но для меня лично он прошел чуть-чуть мимо, потому что не было шоу. Тогда как Мага славится тем, что устраивает яркое и классное шоу. То, что они делали со Славой Василевским, было круто и весело. То, что они делали с Минеевым, было круто и весело. И то, что они сделали с Емельяненко. Круто, молодцы ребята. Поэтому я думаю, что Минеев Исмаилов 2 – это то, что нужно сейчас для российского ММА. Друзья, хочу отметить, что первый поединок закончился в ничью, что до сих пор активно обсуждается в интернете, справедлив ли был итог боя тогда или нет. Поединок Эдсона Барбозы и Джереми Стивенсона в разработке на 4 октября. Конор Макгрегор в твиттере написал на филиппинском «Я принимаю». Таким образом, Макгрегор намекнул на бой с Мэнни Пакьяо. Конор неоднократно заявлял, что хочет провести бой с легендой бокса Мэнни Пакьяо. Друзья, как вы думаете, состоится этот бой или нет? Напишите в комментариях. Это все новости к данному часу. Всем спасибо за просмотр.